Parimatch.ru. Больше, чем ставки на спорт. You don't hide from your public. You walk around, you talk to people, you meet people. Знаете, когда я был молодым, я после тренировки мог уехать домой на автобусе вместе со своими друзьями, и занимало это часа два. После того, как мы приехали домой, мы могли сходить в кафешку или еще куда-нибудь. Но сейчас все совершенно по-другому. Теперь я отец, у меня есть семья, мои дети, работа, и теперь мне каждый день нужно делать много вещей. У меня появились проблемы со временем, постоянная нехватка. Нужно сделать то одно, то другое. Раньше мне надо было только тренироваться, и все. Утром я на тренировке, ночью я на тренировке, а днем у меня было свободное время. Ни семьи, ничего такого. Иногда я скучаю по своим юным годам, когда я был совсем молодым. Это тот же город, те же друзья, то же место, ничего не изменилось. Изменилось только то, что я стал чемпионом мира в легком весе по версии UFC. Долгий день, братец, но все нормально. Мы до сих пор продолжаем. Нам нужно сделать это, брат, нам нужно сделать это. Все это твоя обязанность, когда ты чемпион UFC.